сейчас представляем телефон Buchans U100. Достаточно не новая уже модель, но что это такое вообще, стоит рассказать, так как это доступный телефон на вид премиум класса. Телефон Buchans является копией телефона Dugi, известной модели. И он является изначально еще копией телефона Vertu. Поэтому он так привлекает внимание людей. Он сделан из натуральной кожи. Кожа используется натуральная здесь. Конечно, здесь она сверху выдавлена, но это натуральная кожа с крышкой. Очень тонкий. Является почти точной копией телефона Vertu, на которой сделала копию производитель Dugi, а также еще существуют производители, которые продолжают делать на эту модель, ну, чтобы сделать подешевле. Это самая, скажем так, дешевая версия телефончика копии на Vertu. Внизу, правда, обманка кнопки. Это не кнопки, это динамики. Vertu внизу кнопки используются. Комплектация пока включается телефон. Это модель 100, существует 200, тоже копия. Комплектация простенькая, один кабель и одно зарядное устройство, больше ничего. Да, еще бывает ложат вот такую книжечку, инструкцию. Специальная прошивка. Телефон имеет как свои недостатки, так и свои, скажем так, преимущества. Модель русифицированная изначально. Идет размер небольшой. Явным недостатком данного телефона является аккумулятор. Из-за толщины он очень маленький. Достаточно маленький, поэтому понятно, что держать долго не будет. Есть язык русский, украинский. Android полноценный, 2 гига оперативы. Нормальный динамик. Камера данной модели имеет автофокус, 8-мегапиксельная. То есть в этом плане вроде бы ничего, нормально, полностью работает Wi-Fi, процессор адекватный. Android, давайте посмотрим, какой стоит Android. Android 5.1 очень дорого смотрится, стоит по сравнению с аналогами очень дешево. Если сравнивать с исходником, так званым телефоном Vertu, то вообще даром. Наверное, батарейка стоит на Vertu дороже, чем данный телефон. Есть, конечно, проблемы с прошивкой. Однозначно будут проблемы с батареей. Почему-то отсутствие некоторых функциональных возможностей, к которым мы привыкли, данной модели присутствует. Ну, стоит ждать этого. Ну, еще один из существенных недостатков этой модели, то что запчастей нет вообще. То есть в природе данный производитель не поддерживает ремонт и сервис своих телефонов, к сожалению. Но цена, поэтому такая цена.